Во втором корпусе Казанского федерального университета состоялась лекция Дмитрия Талалаева, старшего научного сотрудника механико-математического факультета МГУ. Научно-образовательный математический центр Поволжского федерального округа и Институт математики и механики имени Лобачевского организовал для студентов, магистрантов, аспирантов и ученых Казанского университета научно-популярную лекцию на тему полностью положительной матрицы в современной математике. Есть один сюжет математики, называется «Полностью положительные матрицы». Он возник в конце 19 века. Из одной очень простой механической задачи о колебаниях, например, моста или струны. Вот. Оказалось, что в этой задаче есть очень серьезная, глубокая внутренняя математическая структура, алгебраическая и геометрическая. На лекции Дмитрий Талалаев рассказал о происхождении области полностью положительных матриц и о некоторых приложениях в задачах современной статистической физики. Также он разобрал один из центральных примеров кластерных многообразий – многообразие Грассмана. Очень рад сотрудничеству региональных математических центров. Я представляю Ярославский региональный центр. Думаю, что вот подобный вид взаимодействия между рабочими группами, между коллективами специалистов и такое взаимодействие, которое может быть вынесено на уровень такого обзорного научно-популярного доклада, это очень важно и может двигать все эти инициативы региональных центров вперед. Региональный научно-образовательный математический центр, созданный на базе трех городов Казань, Уфа, Самара, не первый раз радует студентов встречами с московскими спикерами. В будущем мероприятие станет одним из многих в цикле научно-популярных лекций. Арина Галямова, Александр Кузнецов, Универньюз. We'll be right back.